Вот очень прикольно сделали быка. Я не знаю, почему в России не пошел этот аттракцион, но с призовой историей он может здорово работать. И вот такой вот ковбой на входе, и подписываешь по ходу правила, то что ты согласен, что бы с тобой ни случилось. И не знаю почему. А по-моему, бык похож на овцу какую-то, да? Это разве бык? Какой-то бык ущербный. Ущербный бык. Вот какой-то пастух. Но он как минимум на лошади хорошо катается. Понятно. Рук сломал. Охренеть. Вот так вот, вот руку можно сломать на таком вот аттракционе. Охренеть можно. Вот так вот. Это жесть. Вот скорая помощь нужна. Ну вот, нужна скорая помощь уже человеку. Вот так вот бычок. Может, поэтому в России он это самое не пошел. Представляете, с дорогой медициной здесь, да, сколько это мощи это стоит. Просто сейчас пойти вылечить руку. Это вот так вот можно сходить в парк. Прекрасно сломать руку.